На конкурс «Дети читают стихи» для Лабиринт.ру. Чеснокова Евгения, 12 лет, село Александровка Нововашавского района Омской области. Тот самый долгожданный май. Автор Петр Давыдов. Услышав о военных фразы и повернувшись вдруг ко мне, бывает, спрашиваю сразу, а это о какой войне? О той войне, ужасной самой, о бесконечной той войне, где смерть ходила вслед за славой, где год за 10 был вполне. О той, отечественной, страшной, где жизнь была ценой в пустяк. Мужчины погибали наши, а иногда за просто так. Потом, конечно, были войны, но всех их не сравнишь с одной. Так будем памяти достойны, оплаченной такой ценой. Если говорят «победа», то никогда не забывай про ту войну, про кровь, про деда, про самый долгожданный мать.